На прошлой неделе у нас вышло видео, где мы испытывали Лёху, ну скажем так, в одном из известных челленджей со Сникерсом. Вообще этот челлендж довольно известный. Я его знаю уже много-много лет, и в прошлом году у нас на канале Лерочка тоже попалась на этот самый челлендж. Но так получилось, что Лёха почему-то про это не знал. Ну а раз не знал, не воспользоваться этим было просто грех. Сможет ли он за 50 шагов съесть полностью Сникерс? Открывай, не стесняйся уже, давай, чё? Раз, два, три, 50! Сколько много осталось? Ну да. Целый кусман остался. По условиям этого небольшого состязания, наказание проигравшему, то есть Лёхе, если он проиграл, а он проиграл, скажем так, торт в лицо. Проигравший у нас, а это Алексей, должен получить тортом в лицо. Буквально за день до этого, когда мы делали стрим на нашем втором канале «Болталка», подписчики дали отличную идею, которой я не преминул воспользоваться, и это было большим сюрпризом для Лёхи. Он ожидал просто торт в лицо, но сюрприза он не знал. Чтобы осуществить эту идею, мы пришли в известную кальянную «Чайхана», которая на Потомке находится. Туда же пригласили наших подписчиков, которые с радостью согласились посмотреть, что же будет. Учитывая открытие, я знаю, что 100 грамм боевые бесплатно, поэтому мы с Лёхой пришли тут же. Я, в принципе, за это только и пришел. Во-первых, давай знакомиться. Давай. Меня зовут Маша. Меня зовут Давай. Это Маша, да. Когда придете сюда, обязательно вы ее увидите за барной стойкой, наверное, да, постоянно или нет? Не постоянно. Может не увидеть. А может не увидите. Маша нам сегодня наливает боевые 100 грамм. Я тебе серьезно говорю, это не 100, это 50. Нас засрут в комментах. Как будто я зажала. А просто у тебя был замер не очень хороший. Нет, мы верим, ты девочка, ты не знаешь, давай что такое. Давай штукой замерим, ну и поймем, докуда. Посмотри, вот он явно какой-то еврейский. Говорит, давай штукой замерим. Я так щедро наливаю, так наливаю. Там кола не влезет, я просто за это переживаю. Мы колу отдельно нальем, не переживай. Для смелости, конечно. Сегодня у нас, скажем так, не очень радостный, для нас радостный день, а для Лёши не очень. Все зависит от того, кто за кого болеет. Вы не знаете, что будет? Есть люди, которые не знают, что будет. Короче говоря, в одном из видео Лёха проиграл спор по поводу Сникерса. Ну, все уже знают, наверное, да, что такое этот челлендж со Сникерсом. Я не знал. Ну, ты не знал, да. Надо было съесть Сникерс обычный, стандартный, не маленький, а стандартный Сникерс за 50 шагов. И наказание было, это торт в лицо, собственно говоря. Вот сегодня мы делаем наказание. Потому что он проиграл. Давай примеримся, потому что тут надо сделать все чисто и красиво. Ты главное не разбрызгивай. Да, чуть-чуть шаг назад. Мне очень много писали в личку, в директ, и говорили о том, что наконец сегодня ты получишь по заслугам. Там мразь, черт, все подряд мне писали, такие страшные слова. Тот день настал, ребят, вы в этом увидите, сейчас убедитесь сами. Обрати внимание, видишь Белоснежку? Покажи татуировку свою. У тебя, видишь, рука вся в девушках. Вот поэтому я решил, что тебе на лицо не хватает еще вот такой вот девушки. Она отпечатается, да? Видите? Посмотри, сколько счастливых лиц ждет счастливого момента. Сделай-ка вот у меня день рождения. Да, день рождения, да не вопрос. Все видят, да, вот эту красоту? Мало того, что на руке, теперь будет еще и на лице. Дамы и господа, внимание. Все, готов? Красавчик, подожди. Раз, два, готов? Ну серьезно, готов ли? Ни хера не вижу. Там что-то куски какие-то падают. Красавчик! Подожди, подожди, чувак. А он вкусненький. Я знаю. Подожди секунду, стой. Ну, открываешь глаза, нет? Попробуй. Нет. С днем рождения меня. А когда у тебя, кстати, день рождения? В сентябре. В сентябре, вот, видишь, нормально. Мы чуть-чуть опоздали. Блин, а это, кстати, первый раз в жизни такое. А кто готов слезать, кстати? Не надо. Давай это следующий спор будет там. Мужчина вызвался слезать. Боже, блин, это противно, черт побери. Да покажись, покажись людям, чтобы они видели. Сколько у вас еще, блядь? Все, они закончены?
Да. Их два было. Бутылка в голову не будет бить. Красавчик. Дамы и господа, согласитесь, Леха все выдержал, все красиво. Ну, проиграл, да, но бывает. Ну, бывает. Но я не знаю, что тебе сказать, эти мосик. Слушай, это другой вкус. Они два разных, ты не поверишь. Это вкуснее было. На этом, пожалуй, мы скажем, Леха красавец. Всего доброго, мойся. О, боже мой! Сейчас приблизительно такие же слова у уборщиц. Все, ребятки, скоро приду красивый. Давай, позвони, когда будешь выходить. Ну что, отмылся? У меня теперь глаза пеленой закрыты какой-то. Не, нормально, нормально, все хорошо. Ты LJ теперь, да, собственно, все в порядке. Блин, это... Какие твои ощущения, скажи? Ну, во-первых, это нежданчик был второй. Второй, конечно. Да, второй был очень нежданчик, а сладко. И все? Ну, я не люблю сладко. А мягенько, вот скажи на лицо? Первый мягкий был, но вот второй был жесткий удар такой, это у меня нос сломает.